Летучие мыши — создание совершенно удивительное. Не стоит думать, что это те самые мышки-вампиры из фильмов ужасов и страшных кошмаров. Среди них есть те, кто питается мелкими насекомыми или даже мелкими позвоночными. Но есть и те, кто употребляет в пищу исключительно сочные плоды. И Музей природы приглашает всех отправиться в Кадриорг, чтобы познакомиться поближе с этими животными, посмотреть на них и понять, насколько необычны летучие мыши на самом деле. Уже в конце этой недели пройдут эти традиционные походы по изучению летучих мышек в парке Кадриор. Ведь этот парк Кадриор действительно является замечательным местом для обитания представителей рукокрылых у нас здесь в теплое время года. И здесь в этом парке мы можем встретить и как самых маленьких летучих мышек, например, представителей рода нетопырей. Или, например, мы можем встретить такую крупную красивую летучую мышку, которая называется рыжая вечерница. Говорят, что летучие мыши являются переносчиками различных заболеваний. На многих людей они наводят ужас. Существует даже так называемая хироптофобия или боязнь летучих мышей. Причем, как считает биолог Катерина Песоцки, все это совершенно необоснованно. Ведь такие мышки не только милые и безобидные, но и приносят пользу наши летучие мышки, мало того, что не милые, они очень полезные животные на самом деле. Но если мы будем говорить э, о внешности летучих мышей при помощи ушей, при помощи их вот различных всех таких вот выростов на их мордочке, ну, кому-то это не очень покажется таким привлекательным. Однако для самой летучей мыши функционально, морфологически это очень важная деталь для того, чтобы она могла хорошо свои эхолокационные сигналы получать. Традиционные вечерние экскурсии или походы в парке Кадриорг состоятся 25 и 20 6 августа. А специалисты музея покажут и расскажут о том, как живут мыши в природе, помогут послушать их писк и понаблюдать за поведением вблизи. Экскурсии пройдут на русском языке, но предварительная регистрация обязательно. Подробнее о прогулках с летучими мышами можно узнать на страничке музея природы в интернете. Тем более, что в Европе мало мест, где можно вот так просто понаблюдать за жизнью летучих мышей в их естественной среде обитания. Екатерина Пехова, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.